совершенно спокойные люди, у которых свой лексикон, свои понятия, которые никогда не выпендриваются, которые просто живут порядочно, красиво и сильно. Дымит забитый караван, ствол остывает перегретый, лежит вокруг страна Афган, в которой, блин, сплошное лето, а за холмом гудит броня. Забрать на базу результаты, и так все славно у меня, и целы все мои ребята. Вот история, в общем, несложная, есть идея и есть результат. В жизни нет ничего невозможного, если правильно все просчитать. В жизни нет ничего невозможного, если правильно все просчитать. Сюжет был грустным у кино, смотреть не хочется, а надо. В зеленке возле видено, колонна наша из осада. Афган, да блин, наоборот, их пули на моем металле, да спас дороги поворот, и результатом мы не стали. Вот история тоже несложная, их идея, да мой результат. Пусть у них будет грусть невозможная, что сумели не все просчитать. Пусть у них будет грусть невозможная, что сумели не все сосчитать. На стойке офиса в пыли играет солнце отражение, и вентилятор шевелит бумажки лопастей движением. Я покурю и помолчу, и жизнь идет, и я не старый, и память снова подлечу. А результат у Кандагара, где история вышла несложная, и идея, и был результат. Жаль, что милая жизнь невозможна, невозможно не все просчитать. Жаль, что милая жизнь слишком сложная, слишком сложно не все просчитать. Дымит забитый караван, сюжет был грустным у кино, на стойке офиса в пыли. Thank you.